QB. Four defensemen here, and you end up with Jimmy Sin. Начнем с подведения итогов дальневосточного турнира. Как оцените матчи против Амура Адмирал на выезде? Вы знаете, в принципе, по самоотдаче были неплохие матчи. Единственное, что не смогли реализовать свои моменты в Хабаровске. Ну а то, что касается Адмирала, там уже как бы очень хорошая командная победа. Ребята отдали много сил, блокировали броски, поэтому как бы очень, в принципе, могло быть и лучше, но и в принципе неплохо, что мы оттуда привезли 2 очка. Что можно сказать о функциональном состоянии, потому что все прекрасно знают, что очень сложный выезд на Дальний Восток, очень долгие перелеты. Как вот сейчас состояние ребят, как тренировались сегодня? Да, мы не секрет, да, то, что ты долго сидишь в самолете, потом это акклиматизация, разница во времени. Поэтому сегодня был акцент сделан на восстановление. Завтра мы проведем более интенсивную тренировку, и там у нас уже опять «Динамо Москва», серьезный соперник. Да, как раз таки о сопернике, совсем недавно с ними встречались, уступили, какие-то выводы сделаны, может быть, как-то по-другому будете против них играть? В принципе, мы должны играть, используя наши сильные стороны, да, это контроль шайбы, надежная игра в обороне, поагрессивнее играть в атаке. Ну и плюс «Динамо Москва» – это хорошая, быстрая команда, где, опять же, да, очень хорошие исполнители в лице Вадима Щипачева, который нужно играть поплотнее, повнимательнее. А так, в принципе, должны играть так, как мы умеем. Ну и в завершении домашней серии у нас будет 2 матча спаренных день-день, поэтому как вот таким моментом подготовиться? Хорошее восстановление. Правильно кушать, вовремя ложиться спать, чтобы были силы и энергия.